Всем привет! Ну что, продолжаем с вами проходить игру «Белогорье. Последний рыцарь». Так, и посмотрим сейчас, что у нас здесь доступно, что мы с вами сделали. Ну-ка. Так, слушай, кожевник. А, ну да, дубильная мастерская. Давай-ка мы закажем тебе, наверное... Заказали, конечно. Аж два раза. Ну, здесь у нас... Три меча сделалось. Хорошо. Давай тогда продолжай. Продолжай. Только на один хватило нам. Так. Все. Здесь все отлично. Давай-ка ему закажем три слитка. А здесь мы уже закажем с вами два меча. Все, замечательно. Здесь мы забираем. Кухня. Так, надо, наверное, приготовить нам булочек. Так, и вроде бы как все. Сейчас мы с вами отдадим камеру. Погоди-ка, здесь у нас еще что-то сделалось. Ну-ка, да приблизь ты, ёлом. А, все время забываю, что здесь нужно галочку поставить, да. Ну-ка, куда побежал? Давай, иди сюда. Продадим тебе немножко лёна. Здесь... Здесь мы уже делали, ё-моё. Здесь не хватает материалов. Ладно, давайте пойдем с вами... Вот сюда. Нам нужно с вами сделать, наверное, пару рыцарей. Так, мечник. Давайте двух мечников пока сделаем и посмотрим, что у нас на карте творится. Какие опять демоны пришли. Ух ты! Бронзовый сундук, ребята! Ё-моё! 500 золотых монет. Вот это хорошо. Пшеницы маловато. Металлолома маловато. Лен маловато. Ну зато денег дали шикарно. Вот это вот хорошо. Хо-хо-хо-хо. Банник. Банника пора отправлять в баню. Так, что нам для этого нужно? Так, нужен смельчак. Ладно, сейчас мы с вами сделаем смельчака. Так, смельчак нужен. И обычные... деревенщины. Так, сельский удалец. Ну, давайте вот так сделаем. Потом нам нужен смельчак. Ну-ка, вроде бы все должно хватать сейчас у нас на атаку. Начнем, наверное, мы вот с этого охламона, да? Так, идите-ка, ребята, бомбите его. Банника, ну, блин. На банника не хватает. И сюда не хватает. Что за проблемы, я не понял. Мы, наверное, уже никого не сможем. Хотя вот здесь одного еще можем сделать. Так, не хватает опять мечей. Какая проблема с этими мечами, а? Ну, на самом деле. Сейчас мы на этого, на банника отправим. Все, отлично. И пойдемте с вами, наверное, в деревню. Точнее, в наш замок. Что-то мне не нравится, как у нас мечи хиленько идут, а? Ну-ка, ты долго их делаешь вообще? Так, один сейчас он сделает. Мы ускорим. И еще один закажем. Вот так вот. Будет у нас три. Здесь слиток готов. Заказываем следующий тогда. Я сказал, заказываем следующий. Так, что тебе нужно? Ага, ему нужна броня. Продаем. Смотрю, булок уже напекла, да? Ну-ка, давай-ка еще закажем булочек. И здесь мы закажем броньку себе. Все, пока у нас все хорошо. 1089 золотых монет. Если я не ошибаюсь, на постройку нам нужно минимум 2000, так? Да, кожевенная мастерская. Интересно, а где нам брать нитки? По идее, это должно быть ткацкий уголок. С помощью... Так, ну разве не диво из трав нитки получать и ткани шить? Да не только. Верно, ребята, нам вначале нужно купить ткацкий уголок, а потом уже
кожевенную мастерскую. Странно здесь немножко так сделано, да? Знахарская лавка. Достичь интересных результатов. Мы можем с вами какой-то тут алхимией заниматься. Лесопилка потом идет. Потом идет ювелирная лавка. Щиты, рукодельная, посудочная, лавка егеря и столярная мастерская. Обалдеть. Так, тренируйте смельчака. Так, смельчак это у нас кто такой, я уж забыл. По-моему, с мечом который. Смельчак. А ну-ка. Замечательно, давайте мне бонус. 150 золотых монет. Ну что же, еще буквально чуть-чуть, и мы с вами сможем что-то купить. Такие радостные, мечами крутят. Хоп-хоп-хоп. Это рыцарь, а смельчак такой загрустил. Жалко, нельзя приблизить. Носы у всех красные, видимо. Хорошо, они тут погуляли. Ладно. Вот, в принципе, ребята, у нас заключается игра в том, что мы заказываем. И по 3 часа нам приходится... Иди сюда. По 3 часа нам приходится ждать, когда же это все сделается. Но мы можем с вами сделать хитро. Например, на поле брани мы можем за рекламу, опять же, ускорить все это дело. Так, сундучок. Ну давай ты, деревянный, открывайся. Деньги, пшеница и металлолом. Ребята, я буду сейчас смотреть видео, чтобы получить еще сундук. Ну что же, давайте тогда посмотрим. Че, оно зависло-то? Эй! А где сундук? Вы меня накололи! Вот тупыри, а! Так, что тебе нужно? Давайте с ним разберемся. И здесь нам тоже нужно посмотреть. Ну ладно, сделаем такое уж дело. Ну что же, мы посмотрели. Давайте, завершайте. Опять же деревянный сундук. Ну давай, открывай, елки-палки. Ну что такое подлагивает-то все, а? Не хочет он почему-то открываться, ребят. Игра, что ли, зависла, а? Похоже, да, ребят, придется, наверное, перезайти. Очень интересно, конечно, получается. Я перезашел, сундук исчез. Опа-на, это что такое? Так, ну-ка, подожди-ка. Нам... Оу! Ё-моё, нам открылось новенькое что-то. А я даже этого и не знал. Ничего себе. Лесовик. Это дерево или человек. Лучше держаться от него подальше. А это что за пеньки такие? Злобный пень. Теперь в лесу на кой попало пень не сядешь. Смотри в оба. Ой, пень такой. Ну, прикольно сделали. Ладно, что я вам могу... А это что за... Подождите-ка, монумент такой. Камень преткновения. Когда путник будет достоин, дальний путь откроется. Требуется 2 обычных чувачка. Слушайте, надо срочно нам 2 чувачков. Они у нас, по-моему, делаются с помощью хлеба, да? Так, тут слитки. Заказываем еще слиточков. Хорошо. А где у меня хлеб? Так, это у меня комната пустует. Нам пригодится на под будущие постройки. Дайте-ка меч заказать. Хотя тут можно было кинжал. Давайте кинжал заказать. На, все, очередь занята. Так, 1 хлеб всего лишь? Не, так дело не пойдет. Давай еще делай нам хлеба. Мы голодные, есть хотим. Зачем я вот это сделал сейчас, а? 55 секунд я бы мог бы и так подождать. Нет, потратил кристалл. Эй, кто-нибудь хочет что-нибудь купить, нет? А, вот, смотрите-ка, хочет. Что тебе сдались эти гвозди, а? Емеля, дурачок. Ходит тут, видите ли. Ну, смотрите-ка. Хлебец-то сейчас уже сделается. И мы сразу же с вами закажем еще один. Так, ну-ка отдалим. Сколько у нас тут? 1396. Кстати, следующая постройка уже стоит не 1500, а 2000 золотых. Я боюсь, что потом она будет стоить 500 золотых.
Ой, 2500, а потом, наверное, 3. Вот так вот. Что-то куда-то весь народ подевался, непонятно. Ага, просто в режиме, как сказать, редактирования все людишки исчезают. Понятно, я уж думал, куда-то исчезли. Ну, хлеб один готов, давайте заказывать еще один, чтобы просто так не простаивал. И идем с вами к моей дружине. И нам здесь нужно два сельских удальца. А их здесь можно наклепать, ух, сколько. Давайте вот так вот сделаем. И с вами, наверное, вот так еще сделаем. Шикарно, я думаю, да? Так, ну теперь, наверное, мы сможем напасть. Так, банника пока трогать не будем. А вот это вот... Да что ж такое? Это что такое? Это какой-то кожаный ремень. Мы пока такое делать не умеем. Но зато мы можем вот этого атаковать. Да, конечно, мы можем атаковать. Так, давай вот этого накумарим. И вот этого. Хотелось бы узнать, что с них будет выпадать. Так, и банника мы накумарим. Так, тут 2 минуты, тут тоже 2 минуты осталось. И эти по 10 минут будут воевать. Ух, это долго, ребята, это довольно-таки долго. Блин, 3 мечника нужно, а? Чтобы этого дерева подбить нам. Так, а по коже? Кожа есть, отлично, давай, делай. Курточки-то как у нас тут? Как же они вот долго делаются, курточки-то? Наверное, дольше всего. Так, еще один хлеб. И здесь, ага, сейчас один меч уже будет сделан. Отлично, мы сейчас закажем с вами, наверное, вот это вот. Для чего? Конечно, закажем мы. Заказал. Мечтать не вредно. А я-то думал, мы сможем с вами вот эту вот сабельку или кортик заказать. Но не тут-то было. Давай, делай слитки, чтобы нам потом делать мечи. Интересно, а где мы сможем с вами достать курицу, а? Чтобы делать разносолы, так скажем. Я не знаю, стоит нам за рекламу смотреть, как мы победим вот этих вот пеньков. Может быть, глянуть разочек? Два разочка. Давайте посмотрим. Я хочу просто увидеть, что из них падает. Какие сундуки. Ну что, по-моему, обычный деревянный, да? Ну, конечно, обычный деревянный. Только дают немножко по... О, древесина пошла. И обрывки кожи. Вот то, что нам нужно. Тогда давайте, ребята, и здесь тоже глянем. Замечательно. Теперь берем этот деревянный сундук. И смотрим. Денег, древесина и металлолом. Кстати, я теперь понимаю, почему здесь дают древесину. Это же все-таки пеньки. Мы их с вами убиваем и за это получаем дерево. Ох ты, здесь уже два деревянных сундучка. Слушайте, ну золотишко пошло уже. Так что мы с вами, наверное, скоро будем довольно хорошо развиваться. Так, кристаллы дождали. Обрывки кожи, пшеница. Эх, не успел, хотел посмотреть этот рекламу. Разгроми врагов. Ага, 5 штук нужно. И получим всего лишь 3 каких-то замахрышинских кристаллика. Ну, смеши. Так, смотри-ка, прямо на глазах, как грибы растут, а? Враги-то. Так, ну-ка, ладно, сейчас я тебе посмеюсь. Мне нужно... А что мне нужно? Мне нужно 3 мечника, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Давай вот этого снарядим. И вот этих вот, да, 5 штук сразу сделаем, что на них смотреть. Так, и, по-моему, мы сейчас с вами можем домового, да? А, нет, это у нас вор-проныра. Вор-проныра, а на этого я уже забыл, что надо. А, на него нужен кожаный ремень еще. Нет, кожаный ремень здесь нужен. Так, а сюда тогда нужно просто обычно 3 смельчака. Для этого надо сделать 3 меча.
Так, смотри-ка, что ему надо? Что он хочет? Эй, купить! Ну, давай, бери. Так, мы здесь делаем, заказываем еще две. Два слитка. Так, здесь у нас хлеб изготовился. И еще заказываем. И здесь у нас... Блин, как же ты долго делаешь, а? Так, здесь мы заказываем шам... Вот, давай, ага, отлично. И мечи, 25 секунд. Давай по-быстренькому сделаем еще один. Так, и заказываем с вами. Сразу еще один меч. Чтобы нам было хорошо. Ну, а на этой ноте я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребята.